Всем привет! Сегодня мы вам покажем сумку, которую мы заказывали специально для нашего фотоаппарата Canon M50, обзор которого вы можете увидеть на нашем канале. И заказали к нему специальную сумку для беззеркальных фотоаппаратов. Давайте откроем, посмотрим. Да, он тут еще оказался как-то клеен. Так, внутренний пакетик открываем. Смотрим. Вот такая вот маленькая сумочка. Здесь замочек. Внутри мягкая подстилочка. Внутри явно картонные перегородки. Вот здесь картонная перегородка. Внизу тоже. Она хоть немного и помялась при транспортировке, но я думаю, под весом фотоаппарата она быстро выпрямится. Вот здесь дополнительный кармашек для съемных батареек, аккумуляторов. Так, что-то тут чуть посыпалось, но чуть-чуть совсем. Вот, молнии работают. Все закрывается, ремешок у нас тоже в комплекте идет. Тут, конечно, слабенькие какие-то крепления, на мой взгляд. Вот они. Но ничего, я думаю, фотоаппарат не тяжелый, выдержит. Да. А, и такая вот ручка тоже специальная. Сумочка небольшая, как, собственно, фотоаппарат. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки. Всем пока!